Дорогие рязанцы, от всей души поздравляю вас с новогодними праздниками. По традиции в эти дни мы подводим итоги и строим планы на будущее. В 2021 году мы многое сделали. Рязань принимала активное участие в федеральных и областных программах. При поддержке правительства и губернатора Рязанской области мы начали строительство новой школы в Кольном. Возвели 10 пристроек детским садам и двое яслей, 900 мест. Завершилась реконструкция моста на улице Ленина и моста через реку Трубиш. Завершили благоустройство 74 дворов и проездов к ним. Отремонтировали более 50 участков дорог. Столько мы еще никогда не делали. В этом году сделали освещение в ЦПКО и парке Советско-Польского братства по оружию. Продолжили благоустраивать Верхний городской парк. Все эти проекты невозможно было бы реализовать без активного участия жителей нашего города. По масштабам участия людей в отборе территорий для благоустройства Рязань вошла в число городов-лидеров. Отношение людей меняется. Соучастие и вовлеченность жителей в решении городских вопросов заслуживают уважения. Впереди у нас конкретные планы. Их реализация невозможна без участия горожан. Уверена, что совместными усилиями, находясь в постоянном диалоге, мы сможем добиться успеха. Люди – это наша главная ценность и гордость. Уважаемые рязанцы, в новом году я желаю всем крепкого здоровья, добра и любви. В ежедневной суете порой бывает трудно уловить это особое чувство – ожидание чуда, новогоднего волшебства. Наверное, только дети могут испытывать такие яркие и чистые эмоции. Но я желаю всем хоть на минуту поймать это ощущение безусловного счастья. С Новым годом!